Всем привет, друзья! У нас сегодня уже 5 ноября. Мы с Давидом пришли на площадь. Нам нужно сегодня снять видео. Попросили в музыкальную школу. Давидушка должен был выучить стишок, а мне нужно снять видео и отправить по Вайберу. У нас сегодня хороший день, такой насыщенный с Давидом. Вот он там бегает пока на площадке. Так, в общем, рассказали мы стишок. Я записала, отправила учителю в музыкальную школу. Так, теперь у нас в 1:30 мы идем на кружок английского языка. На часик я его еще подожду. А в 4 вечера мы идем в музыкальную школу. Там у Давида тоже будет концерт, он будет песенки петь, запишет там учитель или я не знаю кто на видео. Вот родители сейчас же не разрешают в школу, с ней пускают. Поэтому концерт запишут на видео, песенки. И потом нам отправят тоже куда-нибудь, на Вайбер или куда-то. Мы все сможем посмотреть. Так что вот так вот у нас сегодня и английский, и музыка, и стишок записали. Сегодня у нас весело. Вот так вот, ребятки. Осень, листопад, желтые листья стелит сад. За моря в краи далекі вилетели уже лелеки. Море небо затягли, ветер віє за гори. Осень ходит листопадом, желтые листья стелит садом. Мне так нравится эта качелька. Давай тебя сильнее раскачаю. Такая прикольная качелька. Я бы сама на ней покаталась бы. Так, а я пришла забирать Давидушку с английского языка. Так, где мой сыночек, выходит или нет? Где же мой довольчик? Сейчас должен выйти. А вот и мой домотик вернулся. А еще нам позвонила учительница. Точнее, не позвонила, а написала смс-ку в Вайбере. И сказала, что с понедельника у нас начинаются уроки. Школа открывается с 11 и 11 класс, и 1, все-все. Так что мы идем в школу с понедельника. А еще у нас новость. В понедельник приезжает Андрей с Англии, возвращается. Да, сынок? Папа с работы возвращается. Ура! Ура, ура, ура! Так что такие делишки у нас. Так, ну вот, мы с Давидом пришли на музыку. Вот, сейчас Давидушка зайдет, мне заходить нельзя. Опусти кофточку, давай. Вот такой красавчик у меня. Ну все, сыночек, удачи тебе. Иди выступай, я тебя буду ждать. Пока, пока. Так, все, забрала Давидика с музыки. Вот ему гостинчик, круассанчик с шоколадом. Все, Давид хорошо выступил, понравилось? Да. Все, ребятки, всем пока, мы идем домой. Всем пока-пока.